любители сторис, всем доброе утро. Лерочка, поздоровайся. У нас сегодня очень важный день, просто невероятно важный. Мы вам сегодня все расскажем с Лерой, но сейчас мы сначала едем на заправку. Потом мы едем в Автолайт, забираем прицеп наш. Потом мы едем, там же точнее, моем машину, моем Hilux. И едем по очень важному делу, про которое мы вам попозже расскажем. Да, Лер? Да. Лера даже взяла с собой фотоаппарат свой новый. И даже в честь этого важного дела, смотрите, как одела нашу фирменную гоночную шапку Team Toyota. Ну, такой гномик смешной. В общем, все вам сегодня расскажу. Настроение максимальное. Так, ну а пока у нас Hilux на моечке. Лер, куда мы пойдем? Кого проведать? Снегоход. Снегоход твой? Ну пошли. И мотоцикл мой, да? И 86-ю вообще-то надо проверить, она тоже там стоит у нас. Так, вот все, с инспекцией пожаловали. Лер, только реально все очень пыльное. Осторожно, пожалуйста, не обтирайся. Так, карт, мотоцикл и вот снегоход. Ну, Лер, вроде снег пошел уже, вроде должны уже мы скоро его затестить, да? Так, ладно. Земцев, ну камон, блядь, что изменилось за месяц? Я вот тут месяц уже вот практически назад снимал твою вот эту вот помойку. Что изменил? Что это такое? Степа, почему она еще не в бою? Почему она не готова рвать снег, а? Степ, тебе нравится? Ой, Лер, тебе нравится Степина машина? Ну, сорян, вот как бы, Степ, ну ты же сам же видел. Так. Все, паркуемся сейчас. Зацепим прицепчик. Оп, оп, оп. Все, класс. А вот у нас, смотрите, еще кто тут на территории тусуется. Я его 1 числа, Бетти, толстушку Бетти. Бетти отправлю в Адлер Аркаши. Она будет участвовать в Сочи Дрифт Челлендж. Так что старушка, он боевая еще, живет. Лер, я на этой машине гонял в чемпионате Белоруссии еще до того, как ты родилась, представляешь? Вот так. Так, все, сейчас я закину стропы. Поедем, все, машинка чистая. Короче, так вышло, что я не могу вам сегодня рассказать про то, что хотел рассказать. Обязательно это сделаю чуть позже, скорее всего, в понедельник. Но не могу. В общем, а я что-то вам давно очень хотел снять и забывал все время. В общем, у Леры на входе в комнату в ее висит ее картина. Висит, значит, заяц. Просто если ваша вечеринка не выглядит так, как этот заяц, то даже не думайте меня на нее приглашать. Просто посмотрите на него. Лер, я хочу тусоваться, как твой заяц. Просто пожизненно. Пожизненно себя чувствовать, как твой заяц. Что он, какую он музыку слушает? А? Не знаю. А ты что делаешь? Письмо Деду Морозу пишешь? Угу. Ну покажи, кем ты хочешь стать. Скорее. Гонщицей. Лера. Ну а тем временем, пока практически все нормальные люди готовятся к Новому году, закупаются какими-то продуктами, чем-то еще. Просто отлично проводят субботний вечер. Я выезжаю за Иноземцевым, и мы вместе стартуем в одну прекрасную столицу Балтийского государства из 4 букв. Вот. Все подробности, ребята, будут позже. А пока вот так. Короче, мы поехали в ночь, снова в ночь. Летят дороги, день к рассвету менять. Кому чья, а мне досталось. Пам-парам-пам-пам, ёб твою мать. Все, давайте мы стартуем. Удачи нам, а вам хорошего вечера.
Давай быстрее, мы на МКАДе встали, сука. Мы на МКАДе стоим, давай. Сука, давай раз, быстрее. Еще раз ты захочешь, блядь, поехать один, назови меня иноземцем, блядь. Сосок ярости. Помогите. Все, давай, погнали. Слушайте, ну я вам хочу сказать, что вот мы едем, идет снег с дождем, минус 4 градуса показывает термометр. Мы с прицепом, я на полном приводе уже, и реально вот понимаю, что очень круто, что я на Хайлаксе и на полном приводе. Это дает ощущение полной уверенности, потому что я, поверьте, ездил на разных машинах с прицепом, и на бусах, и на переднеприводных, и на заднеприводных. Но вот полный привод с прицепом в такую погоду решает вопрос. Без преувеличения. Вот такая погода у нас, ребята.